прямом эфире на ТНВ «Новости Татарстана». Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Опасные останки. Это новые трупы были уже. За воскресенье уже еще свежие трупы накидали. Кто бросил кости в Тукаевском районе и чем это грозит, узнал Дмитрий Аринин. Из мусорки в свалку. Стоянки надо ремонтировать сначала нам. Казанские контейнеры утопают в воде, а с этим и в мусоре. Почему они в таком состоянии, выяснял Рамиль Шайдулин. Без дорог и без надежды. Всю жизнь уж мучаемся, всю жизнь-то. Как вымирает деревня, увидела Елена Веселова. За спортивными прогнозами пошли к козлу. Ура, товарищи, выбор сделан. Кто станет предсказателем чемпионата мира по футболу в России, узнавал Сергей Хайдаров. Индийские тракторы на полях Татарстана. Продолжается рабочая поездка Рустама Миниханова в азиатскую страну. Сегодня он в городе Хайдарабад. Здесь президент встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра» и посетил индийский наукоград «Хайтек-Сити». Чем интересны индийские машины и как готовить специалистов для ключевых направлений экономики, далее в репортаже. Хайдарабад традиционно ассоциируется с «Махиндра». Это крупнейший конгломерат. Объединил автомобилестроителей и производителей сельхозтехники. Здесь даже оказывают финансовые услуги. Самым передовым считается сельскохозяйственное подразделение. Первый тракторный завод был запущен в 1963 году. Только в прошлом году было произведено более 300 тысяч тракторов. Передовому региону ВПК важно сотрудничество в сфере производства сельхозтехники. В ходе встречи с руководством обсудили варианты взаимодействия. Есть в Индии свой город информационных технологий. В Хайтек-Сити высоко развивают проекты в инженерии, в здравоохранении, биоинформатике. О перспективах сотрудничества Рустам Миниханов поговорил с губернаторами штатов Андхра-Прадеш и Телангана. Это уже бизнес-инкубатор. В его создании участвовали правительство штата Телангана, вузы и ключевые предприятия региона. Проекты создают, исходя из потребностей по каждому направлению. Посетил Рустам Миниханов и индийскую школу бизнеса. Здесь готовят управленческие кадры. О уже реализуемых проектах между Индией и Татарстаном, об инвестиционном потенциале республики Рустам Миниханов рассказал на деловом форуме. Отношения между нашими странами позволяют нам сделать еще один шаг в укреплении нашей дружбы и нашего экономического сотрудничества. В рамках форума был подписан меморандум между университетом Иннополис и Международным институтом информационных технологий Хайдарабада. Лейсан Сабирова, Марат Хусейнов, ТНВ, Индия. Снег ушел, и обнажились проблемы, и порой весьма страшные. Жители совхоза «Татарстан» Тукаевского района обнаружили зловонные трупы животных. Останки валялись на дороге между церковью и соседней деревней. Есть ли опасность распространения инфекций? И кто мог так избавиться от туш, узнавал Дмитрий Аринин. Там дальше коза лежала, там две собаки. А телята дальше были еще, дальше церкви. Такой зоопарк трупов обнаружили местные жители. На обочине среди кучи мусора лежали скелеты и туши, завернутые в пакеты. Через соцсети находки придали гласность и призвали власти действовать. Думаешь, выйдешь в лес, там чистый воздух, а там такая вонища, что жутко становится. Где наша местная администрация? Местные власти, как узнали, отправились в лес по трупы. Как говорят, это не первый случай, когда останки просто выбрасывают на свалку. На четверг убрали мы. Да, и понедельник уже опять фотографии отправляют. Это новые трупы были уже. За воскресенье уже еще свежие трупы накидали. Так собрали более десятка тел и частей разных животных. Кто выносит трупный сор, пока не знают. Местные ветеринары опасались, что останки могут стать причиной распространения инфекции. Сделали дезинфекцию и исследование. Как нам рассказали, болезни нет. Но нет и следов хозяев животных. Отобрали три пробы костырья, остатки костырья. Для исключения, самым первым делом, это сибирскую язву. По исследованию по лаборатории результат был получен отрицательный. Бросать так останки животных – это нарушение, за что людям и организациям грозят штрафы от 4 до 700 тысяч рублей. В Россельхознадзоре объясняют, законно последним пристанищем могут быть лишь специальные места. Либо на ветеринарно-санитарно-утилизационных заводах, либо уничтожение путем обеззараживания
биотермических ямах. Процедура, в принципе, бесплатная. Специалисты Россельхознадзора также собираются провести свое расследование. Если оно завершится успехом, применить к виновным меры административного воздействия. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ. А в Чистопольском районе и вовсе выбросили крокодила. Его жители обнаружили на поле недалеко от деревень Татарский Сарсас и Старая Ромашкина. Пользователи разместили это видео в соцсетях. Хищник около 30 сантиметров в длину. Местные жители предполагают, рептилия жила у кого-то в домашнем террариуме, но из-за неправильного ухода погибла. Напомним, в республике продолжается санитарно-экологический двухмесячник. Сегодня экологи выехали по контейнерным площадкам, забитых строительным мусором. Такие баки заполняются с космической скоростью, помогают строители. Они свозят строительный мусор целыми самосвалами. Как с этим намерены бороться местные жители, экологи и городские власти? Об этом Рамиль Шайдулин. Выкинуть мешок, другой мусора прямо из окна машины на Давыдова давно привычное дело. Жители несут пакеты, бытовой хлам и даже фекалии в коробках. В контейнер и мимо их бросают еще с дороги. Из дома домашний, ну вот пакетик видели, что там. Так за годы мусорка стала свалкой. Убирай, не убирай, но если сюда не придет ремонт, она будет только разрастаться, убеждены дворники. Вода тут кругом, стоянки надо ремонтировать сначала нам. Кто сюда положит, никто сюда не ложит, потому что они подойти не могут к контейнерам. Сегодня контейнеры вновь полны целлофаном и даже мебелью. И все это точно не вынесешь в простых мусорных ведерках. Вот, например, вот эти покрышки, это уже крупный габаритный мусор, но рядом с контейнером для бытового. Кроме твердых бытовых отходов, сюда вот выкинули строительные отходы. Не удивлюсь, если эти отходы даже привезенные из другого населенного пункта на газели или на другом грузовом транспорте. Экологи ищут виновных, а свалка продолжает расти не только в высоту, а уже и в ширину. Теперь ремонт уже неминуем, отвечают в исполкоме. В летний период текущего года по программе ремонта городских и поселковых дорог планируется ремонт участка дороги по улице Луначарского от Давыдова до Говорова. И одновременно с этим будет произведен ремонт данной площадки. Именно жесткого основания. Если мусорка будет как новая, то к ней уже не подъедут на КАМАЗах, верят на Давыдова. Но как перестать сорить самим, экологи напоминают о штрафах. В санитарный двухмесячник в республике выявлено 200 незаконных свалок, больше 70 лиц. Привлечено к ответственности. И кому-то придется выложить 200 тысяч за строительный мусор в бытовом контейнере. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцов, ТНВ, Казань. Горело так, что было видно с соседнего берега. В Елабужском районе на берегу Камы загорелся сухостой. Эти кадры сняли очевидцы. Многие приняли пожар за сигнальные огни. Напомним, сейчас на территории республики действует лесопожарный режим, а особый противопожарный будет введен с 25 апреля. Это значит, нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Дисциплинированность. В лесу сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. Если случится пожар, до нас спасатели не доедут. Такой звонок мы получили от жителей деревни Каран-Азикова Менделинского района. Весной, осенью и зимой они оторваны от жизни. В результате деревня потеряла 3/4 населения. Наша съемочная группа, чтобы попасть туда, прошагала по бездорожью. Удалось ли дойти до решения проблемы, узнала Елена Веселова. Здравствуйте. Приехали кое-как, да? В деревне Каран-Азикова нас вышли встречать местные жители. Здесь их теперь чуть более 20 человек, а когда-то было 70 дворов. Как говорят, из-за постоянного бездорожья многие решили уехать насовсем. Да плохо вообще. А сейчас вообще никуда не заехали. Вот дети у меня, Менделинские тоже живут. Как они сейчас будут приезжать? Помогать, да? Да, помогать. По словам местных, без проблем к ней проехать можно только летом, да и то в сухие дни. Весной месяц, осенью два живут без дороги, зимой заметает. Постоянно обращаются в администрацию района. 2 года тому назад положили каменную щебенку на одну из улиц, а до деревни дороги так и нет. Всю жизнь, уж мужчина, всю жизнь так, всю жизнь. Ладно, что вот эту дорогу делали, вот такая же болото было на улице тоже. Глава сельсовета отказался с нами встретиться. Сказал, что не в его силах делать дорогу. Районные власти заявили, что о проблеме знают, но у них на это тоже нет средств. Были выполнены проектные
Искальские работы по данному участку дороги. Но по настоящее время так вопрос включения их в план финансирования Республики Татарстан пока не решен. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства нам обрисовали перспективы. У нас задача в ближайшее время построить дороги ко всем населенным пунктам. Мы к этой деревне тоже в ближайшее время планируем построить дорогу уже за счет средств республиканского бюджета. Конкретных сроков строительства дороги пока не называют. И жителям Каранайзикова для связи с остальной республикой, видимо, пока придется ходить пешком. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Мензелинский район. Если у вас есть проблемы или жалобы, звоните к нам в службу новостей по телефону 570-50-17. Тепло уходит, переживают нижнекамцы. Сегодня в городе без отопления остались 45 детских садов. Помимо этого, школы, колледжи, институты и больницы. Всего 111 учреждений. Отопительный сезон еще не закончен, поэтому у многих возникли вопросы, ответить на которые мы попросили специалистов нижнекамских тепловых сетей. Как выяснилось, в городе проходят плановые испытания теплосетей. Мы сегодня проводим испытания на максимальную температуру двух тепловодов в городе. И кратковременно, в целях безопасности, так как температура высокая, теплоносители, в целях безопасности, согласно нашим правилам проведения, мы отключили. То есть сейчас температурная волна из города уйдет, и мы сразу будем включать. Специалисты заверили, отопление в учреждениях появится уже сегодня вечером или завтра утром. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Рождаемость растет, а вместе с ней проблемы. В ближайшие 5-6 лет проблема двухсменности, она будет актуальна. Что удалось выполнить в рамках стратегии 2030 и какие вопросы еще остаются? Репортажи Анны Городновой. В прямом эфире с МКС. Добрый день, Крым. Добрый день, Казань. Мы рады приветствовать вас с борта Международной космической станции. Как космонавты провели урок географии в Казани, увидел Салават Мухаммадулян. 36 предложений направили татарстанцы в Госсовет. Они участвуют в проекте «Пишем законы вместе». Его инициировал Фарид Мухаметшин. Так, татарстанцы предлагают сделать бесплатным второе высшее образование для инвалидов. Просят меры поддержки молодым специалистам, а пенсионерам пересмотреть порядок учета коэффициентов при начислении пенсии. Свои предложения можно оставить на сайте Госсовета. Роботы на производство и сферу обслуживания, интернет в каждый дом, а школы без второй смены. Все это стратегия социально-экономического развития Казани. Как она реализуется, сегодня проверили депутаты Казанской городской думы. Расходы растут, потому что много всяких искушений. Хорошо было бы, если зарплату подняли бы. По прогнозам стратегии 2030 в этом году доходы казанцев должны были увеличиться. По планам почти на 1000 рублей. Экономисты прогнозировали 47 200, но планы не сошлись с реалиями. Денежные доходы на душу населения составили 45 516 рублей. И среднегодовая численность занятых в экономике достигла 626 тысяч человек. Продолжительность жизни в Казани сейчас 75 лет. Население столицы растет, уровень рождаемости тоже. Как следствие, вторые смены в школах. Сейчас в Казани после обеда учатся более 18 тысяч человек. В рамках стратегии планировалось сократить эту цифру до 16 тысяч. В этом году еще вводим в строй новые 3 школы, а также более чем на 3000 мест. Но количество детей в этом году увеличится на 9000. Не хватает пока и ясельной группы в детских садах. Город рассчитывает на федеральную программу строительства новых учреждений. Многое зависит от взаимодействия с республиканскими органами, участия города в региональных, федеральных проектах. И прошу исполнительный комитет, глав районных администраций, руководителей подразделений спланировать совместную работу с республиканскими и федеральными ведомствами. Один из ключевых показателей развития экономики – развитие малого и среднего бизнеса. С прошлого года в столице работают программы поддержки – льготные кредиты. Чтобы экономика шла в рост, нужно учитывать опыт и других стран. Так, на сессии всерьез говорили о роботах, искусственном интеллекте и дронах. По уровню роботизации Россия резко отстает от большинства стран мира. Плотность роботизации здесь в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, или один робот на 10 тысяч
работников. Это пока планы развития городской среды, то, с чем ежедневно сталкиваются казанцы. Протяженность вот таких веломаршрутов в прошлом году должны были увеличить до 22 километров. Такие задачи ставили в рамках стратегии. Но амбициозные планы пока так и остались на бумаге. Сейчас протяженность веломаршрутов по-прежнему на уровне 2016 года, а это 4 километра 700 метров. Места на муниципальных парковках увеличить, уровень зарплаты учителей довести до средней в экономике города, интернетом охватить весь город. Такова стратегия. Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. КФУ сегодня установил связь с космосом. Казанским школьникам и студентам урок географии провели космонавты с МКС. Это первая в мире лекция с орбитальной высоты. Ее услышал и Салават Мухаммадуллин. В Казани вопрос один. Как вы вот можете отследить изменения экологической ситуации, вот, используя все возможности космоса? Такой вопрос космонавтов врасплох не застал. Каждый день они мониторят Землю с высоты космического полета. Извержение вулканов, состояние атмосферы, климатические условия – это лишь часть их работы. Что касается территории Татарстана, то, я не знаю, может быть, там применяются какие-то новые технологии по очистке того, ну, загрязнения. Но вот я летал 4 года назад, в 2014 году, и сейчас, 2018 год, я на глаз этих изменений не вижу. Но такую оценку состояния окружающей среды сегодня получили далеко не все регионы. Это лишь презентационная часть программы «Уроки географии с орбитальной высоты». Будут созданы 20 тематических блоков. Лекции готовят ученые, а преподают космонавты с МКС. Этот проект первый в мире, и российская космонавтика может внести очень большой вклад в географическое образование. Первыми слушателями космического урока стали казанские школьники и студенты. Это не такое сухое изложение по учебнику, а что-то необычное. Действительно, география с орбитальной высоты – это, наверное, то, чего не хватает в нашей школе. На прямой связи ребята с МКС, все будут внимательно сидеть и слушать. Ну, если только снимать еще на телефон, что это такое, чтобы маме показать. Поэтому, мне кажется, люди будут толпами. Это была первая, но не последняя лекция в прямом эфире из космоса. В планах у географов создать специальный интернет-портал, где любой желающий сможет получать знания об окружающем мире из уст космонавтов с МКС. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Выйти на связь с космонавтами, стать на день инспектором ГИБДД, отправиться в колонию и принять роды – все это под силу будущим журналистам. В этом году в Высшей школе журналистики КФУ откроется направление «Новые национальные медиа», где будут готовить современных татароязычных журналистов. Как стать одним из них? Лина Зинатулина. Welcome everybody to the big questions. Десятки зрителей в студии, сотни тысяч у экрана. Это шоу «Большие вопросы» на BBC News. Оживленный разговор под прицелом нескольких камер. Телепродукт по таким стандартам сегодня могут делать и студенты Высшей школы журналистики КФУ. 5 камер самого высокого разрешения 4К установлены по всему периметру шоурума. Работают они без операторов и управляются с одного пульта. Как в любой мировой студии, здесь можно собрать полный зал зрителей, устроить политические дебаты, мастер-класс с известным журналистом или ток-шоу со звездой шоу-бизнеса. Николай Басков, Тина Канделаки, Дмитрий Маликов – все побывали в этой студии, из которой идет онлайн-трансляция. А сегодня отсюда связались даже с космической станцией, прямо как на CNN. How do you hear me? I have you loud and clear on board the space station. Не только современная техника, но и полное погружение в будущую профессию. В высшей школе раз в месяц выездные пресс-туры, где студенты практикуются в реальных условиях, будь то завод, колония или роддом. Есть некоторые универсальные требования к организации работы современной мультимедийной редакции. Все, что здесь как база практик создается и теоретически подтягивается в виде знаний, да, оно полностью соответствует и адекватно тому, что происходит в мировых редакциях. В русле мировых трендов и татарская журналистика – направление новой национальной медиа как раз это. К базовым печати, телевидению и радио, изучение самых современных информационных платформ. Мы готовим студентов, в первую очередь, владеющих технологиями работы в различных форматах медиа, умеющих конвертировать свои произведения, свой журналистский текст в разные формы. Потенциал очень большой татароязычных медиа для работы в разных форматах, в том числе и в социальных сетях. Таких универсальных национальных журналистов ТНВ берется подготовить в университете за свой счет. Чтобы получить диплом КФУ и попасть в команду главного республиканского телеканала, нужно пройти 3 этапа нашего конкурса. Лина Зинатульна, Адель Мулахметов, ТНВ, Казань.
Телекомпания продолжает получать эссе от желающих стать журналистами. Напомним, ТНВ объявила конкурс на грант. Три победителя получат беспрецедентную возможность учиться в высшей школе журналистики КФУ за счет телеканала. Итак, 11-классникам, носителям татарского языка, до 19 апреля нужно заявиться на конкурс. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Новые мусульманские тренды и кокошники, как вечерние аксессуары. Молодые дизайнеры сегодня представили свои коллекции моделей на фестивале «Этнодар». На заключительный этап вышли дизайнеры из 18 регионов. При этом поступило больше 120 заявок. Это модели одежды со своим неповторимым этническим стилем. Наряды вечерние и повседневные представили дизайнеры из Иркутска, Кемерово, Тюмени, Удмуртии, Башкортостана и, конечно же, Татарстана. За футбольными прогнозами не к букмекерам, а к козлу. В Татарстане перед чемпионатом мира выберут предсказателя результатов матчей. Пока кандидатов два. Это коза Роза и козлик Борис. Свои экстрасенсорные способности они продемонстрировали уже сегодня. Предсказание узнал и Сергей Хайдаров. Вот такие участники будут. Какие у них шансы? Еще с утра коза Роза беззаботно щипала травку, а уже сейчас ей нужно определить победителя следующего матча между ЦСКА и Акбарсом. За финальной серией плей-офф она следила вряд ли, но увидев перед собой два кочана капусты, тут же приняла решение. Ура, товарищи, выбор сделан! Акбарс чемпион! Таких зоопредсказателей история спорта знает немало. На весь мир прославились и украинский хряк Фунтик, и немецкий осьминог по имени Пауль. И если первый частенько ошибался, то головоногий моллюск угадал 12 исходов из 14 матчей. А этого козленка зовут Борис. Он конкурент Розы за звание предсказателя чемпионата мира. И в отличие от коллеги, у него на следующий матч Акбарса свои взгляды. ЦСКА! Мнения рогатых предсказателей разделились. Кто окажется прав, того и сделают главным оракулом Мундиаля. И все же, почему именно козел? По мнению организаторов, это любимое животное татарского народа. Это животное, которое дает и молоко, и шерсть, и мясо, и может прокормить целую семью. Козленок Борис еще совсем молодой, ему всего 5 месяцев. И прямо сейчас мы решили проверить, кто же, по его мнению, победит в матче открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией. Как видите, со своим выбором козел так и не определился, и, видимо, даже он не знает, каких сюрпризов можно ждать от сборной России. Роза или Борис? Кто станет главным предсказателем чемпионата мира по футболу, мы узнаем уже завтра. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И последнее на сегодня. На водоемы республики возвращаются лебеди. Вот и озеро Лебяжье в набережных Челнах дождалось своих хозяев. Они вернулись сюда после зимовки. Полгода назад мы снимали, как озеро от засыпки спасли местные жители. Сейчас активисты планируют благоустроить лебединую пристань и организовать фотозону. И на такой весенней ноте мы завершаем выпуск. Впереди еще спорт и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиятов. Два шага до заветного трофея. Хоккеисты Акбарсы еще больше приблизились к юбилейному Кубку Гагарина. Оба домашних поединка завершились в пользу команды Белелединова с одинаковым счетом 2-1. Классика жанра. Игроки Акбарса во всех матчах забивают шайбу первыми. При игре 5-3 Джастин Азеведо смог заколотить хоккейный снаряд точно в угол ворот. Но ЦСКА не та команда, которая легко бы отдала этот поединок. Как и в первой встрече, армейцы сравняли результат. И дальше началась так называемая игра на нервах, в которой сильнее оказались барсы. Победный гол на свой счет записал Роб Клинкхаммер. Теперь казанцы в двух шагах от кубка. Две игры в Москве точно не будут проходными. Ближайший матч уже завтра в 19:30. Очень быстрая команда, способная, и надо настраиваться на каждую игру и играть очень аккуратно, правильно. Каждая ошибка на ней золото. Очень хорошее настроение у всех. Поэтому сегодня надо еще немножко попраздновать победу, восстановиться, правильно, и двигаться дальше на Москву. Тем временем в женском волейболе стартовали финальные поединки. Противостояние двух «Динамо» Казанского и Московского – это уже привычное явление. За последние 7 лет одноклубницы сражались друг с другом в финале чемпионата России 6 раз. Девушки из Казани 5 лет подряд неизменно оставляли соперниц из столицы серебряными наградами, забирая себе золото. Но в последние годы ситуация изменилась. Москвички выиграли 2 последних титула. Выиграли соперницы и сейчас, причем с крупным счетом 3-0. Серия продлится до 3 побед. После повторной игры в Казани – команды отправятся в Москву.
Мы сейчас не имеем права. У меня еще упало последнее, и все. Мы уже все на завтрашнем дне. И будем уже в стартовой позиции, уже более такой собранной и более понятной, что делать нам. Завтра в Казани стартует чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 40 регионов страны. О мероприятии сегодня рассказывали на специальной пресс-конференции. В роли спикеров выступили прославленные спортсмены, среди которых 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов, 2-кратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и 2-кратный призер Олимпиады Давид Белявский. Кроме них, также много представителей сборной, на кого возлагают олимпийские надежды. В 2020 году игры пройдут в Японии, а пока в Казани атлеты будут сражаться за выход на чемпионат Европы. Как можно больше хотелось бы охватывать регионов. Но то, что мы делаем сегодня в Казани, это очень важно для популяризации этих видов спорта. Молодежь идет, это видно, да, и вы сами проводите огромную работу для того, чтобы эти виды спорта были сегодня у вас. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Начнем выпуск с полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. Пасмурный циклон принесет в республику дождливую и сырую погоду. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево до 10 градусов выше нуля пройдут дожди. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, тут осадки не прогнозируются, и также 10 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске будет солнечно, плюс 6, плюс 8. Для жителей северо-запада республики 18 апреля будет пасмурным, до 9 градусов тепла. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожаном пройдут весенние дожди, пасмурно и плюс 10. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, местами также с дождем и до 12 градусов выше нуля. В четверг теплая погода сохранится, местами также пройдут дожди. В Казани будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.